Ну, первое, конечно, то, что мы играли не на зеленом поле, а играли на лыжной базе. Игра совсем другая, намного быстрее, намного интересней. Я считаю, что прошло первенство очень хорошо. Тем более некоторые команды порадовали своей игрой. Особенно это Т1, победители первой группы у нас во главе с Сашей Шуфингутом. Ну, хорошо ребята играли, приятно было посмотреть. Ну, главное, что, конечно, еще для меня это без травм отыграли. А по сравнению с прошлым годом, доволен тем, что все цеха участвовали. Ни один цех не отказался, все как один участвовали. Но, видимо, все-таки на паркете приятнее играть и интереснее играть. Поэтому очень хорошо прошло первенство завода, без травм. Победители у нас, как в прошлом году, единственное, вот Т1 у нас, по-моему, не были победителями. А в этом году Т1 по второй группе у нас победили. Очень хорошо мне понравилось. У ЦРЭО отыграли. И служба качества тоже хорошая команда. И замены у них были, и вратарь хороший у них. Так что очень доволен, как прошли соревнования. Дай бог, чтобы все так проходили. Интересно, и зрителей было много, и поддерживали цеха, и с погремушками, и с дудками были, и очень хорошо доволен. На фоне чемпионата мира как раз, да? Да, да, как раз мы единственное 14 числа переживали, что вот игра нашей сборной, а у нас еще игры шли. Ну, доволен, что никто почти не отказался, все пришли, все отыграли, все довольны.